имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вечные отцы, братья и сестры, приветствую вас. В первую очередь приветствую духовенство нашей Калачевской епархии, которая сегодня отмечает пятилетие со дня своего образования указом Священного Синода Русской Православной Церкви. На 5 марта 2012 года было установлено образовать в пределах бывшей одной Волгоградской епархии, три епархии с образованием Волгоградской митрополии. И мы сейчас возглашали многолетие Святейшему Патриарху за это мудрое, дальновидное решение, потому что сейчас уже все фактически и архиереи, клирики, в первую очередь миряне, по прошествии нескольких лет после начала вот этой реформы церковной с образованием новых епархий, поняли это, приняли с благодарностью и оценили. И поняли, что это действительно было благое начинание, которое улучшило, я надеюсь, и в том числе и в нашей епархии, вот, какие-то основные моменты нашей внутрицерковной жизни, а в первую очередь способствовало сближению церковной иерархии и с духовенством, и с простыми верующими людьми. Архиереи стали более доступными. И, в общем-то, это и было одним из главных планов Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы архиереи стали более доступными людьми. И нам, молодым архиереям, поставлены на эти новые кафедры. Это было одним из главных наказов, чтобы не было искусственных препятствий, средостений для общения. Ну, дальше уже зависит от архиерея, и для посещений. Конечно, первые вот полтора года существования Калачевской епархии владыка Герман совмещал управление и своей родной Волгоградской епархией, уже вновь образованной Калачевской. Но, хотя не было отдельного архиерея, здесь все равно уже была жизнь епархиальная. И уже были созданы отделы епархиальные, которые уже учились работать автономно и привыкали к самостоятельности, ну и к ответственности, потому что раньше вся ответственность перекладывалась на областной город, вот, а когда появилась автономия, с одной стороны, это какая-то свобода и независимость, с другой стороны, это ответственность. И вот нужно этой ответственности тоже привыкать и учиться, потому что надо так или иначе потом за все отвечать и сейчас, и в будущем. И то же самое относится уже к архиереям. Когда я приехал почти 3,5 года назад сюда, тоже, хотя наша епархия действительно, она в плане иерархическом действительно автономна, и архиерей напрямую подчиняется Святейшему Патриарху, тем не менее, конечно, здесь нужно было правильно найти вот такой вот баланс, чтобы не увлекаться вот этой свободой излишней и независимостью, вот, а чтобы гармонично все, что лучше наработано было в предшествующие годы в составе единой партии, все это сохранилось. И главное, чтобы сохранилось братское, в первую очередь, евхаристическое, литургическое общение. Ну, оно, конечно, сохранилось и бытовое между клириками, между архиереями в нашей образованной епархии. И я думаю, что это у нас получилось. В течение года мы многократно совершаем совместные богослужения. Конечно, все равно центром притяжения остается Волгоград, как главный город и нашей митрополии, и областной центр, и место пребывания митрополита, и такой объединяющий центр. И у нас сохранилось братское общение, ну и, конечно, почитание первенствующего иерарха и по праву чести, и, конечно, по возрасту, и по опыту, как одного из старейших иерархов нашей Русской Православной Церкви по хиротонии на сегодняшний день, это владыку митрополита Волгоградско-Камышинского Германа. Вот.
которым действительно мы возглашаем здравие, долгоденствие, многие лета. В этом году у него грядет 80-летний юбилей, а в будущем году грядет 50-летний юбилей архиерейской хиротонии. Поэтому это один. То есть он уже 50 лет епископ. Вот это говорит о том, что это один из старейших, опытнейших иерархов. Вот. И я благодарю Господа Бога и Святейшего Патриарха Кирилла, что мне было жребий такой дан служить под его святительским окормлением, помощью братской и архиерейской, архипасторской, вот, пользоваться его советами, его опытом, а главное пользоваться, конечно, плодами его трудов, по сути дела, потому что я уже приехал фактически на готовую сформировавшуюся епархию, на готовое сформировавшееся духовенство, в этот уже построенный, фактически отделанный кафедральный собор. Остается действительно только благодарить Господа Бога, ну и постараться быть достойным преемником трудов старших иерархов, старших, здесь кто потрудились ранее, вот, и какой-то новый импульс, насколько возможно, несмотря на неизбежные немощи, дать тем направлениям работы, которые обозначил Святейший Патриарх, когда как раз-таки задумал вот это вот новое направление, новый такой курс церкви, как раз на активную работу по вот этим направлениям, которые нам известны, с молодежью, социальная работа, и миссионерская, и просветительская работа, катехизическая. И действительно, вот на самом деле убеждаешься каждый день, что это все необходимо. Необходимо живое слово, необходимо общение. Потому что иногда удивляешься, насколько простые люди мало знают вообще о христианстве, о православии на встречах. И сами по себе вот есть какой-то барьер у людей. Мы говорим, ну они захотят, сами придут. Вот не приходят, какой-то есть барьер внутри человека. Иногда ему как-то уже, особенно в возрасте, бывает неудобно перед самим собой, что он в свое время не узнал, а сейчас как-то вроде уже возраст не позволяет опять садиться за парту. И вот надо начинать с простых вещей. Вот у нас недавно было собрание, семинар. Мы начали с изучения молитвы «Отче наш», с ее толкования. А это ведь на самом деле, хоть и базовое понятие, но это одни из самых таких важнейших понятий христианства. Это молитва Господня, которая сокращенно содержит, как говорят, все Евангелие в себе. Вот эти вот семь прошений, да, словословие Бога. И там можно, да, книгу написать, и писали книги, толкования на одну молитву. Поэтому вот надо в беседах не ослабевать и не уставать, обращаться действительно к таким основным нашим понятиям. Чтобы, потому что когда мы рассуждаем о каких-то сложных, пытаемся говорить, глобальных проблемах, вызовах, как говорится, то часто выясняется, что наши собеседники часто не знакомы с азами православия, поэтому нужно с этих азов и начинать. Вот совсем недавно была встреча со школьниками. Там, это старшеклассник, 10-11 класс, которые готовились, читали интернет, книги, готовились к беседе. Вот, и когда их спросили, что такое православие, ну, там несколько было отрывочных ответов, явно недостаточных. Вот. Что православие одно из трех главных направлений христианства, да, что православие, ну, такие вот общие, такие вот светские, так сказать, представления, вот, но мы должны каким-то образом показать, что православие – это, в общем-то, наша жизнь, да, и что оно должно быть нашей жизнью, и православные помнят все стороны нашей жизни. И вот как-то это доносить до людей. Ну и я, конечно, это, в первую очередь, желаю себе, потому что хочешь не хочешь, если поставили архиерея, то это
В идеале он должен быть примером вот, для посомов, для духовенства. Поэтому, конечно, все эти призывы я обращаю в первую очередь к себе, чтобы преодолеть тоже естественную немощь, естественную присущую, хотя напротив, естественно, лень. Вот. Иногда лень повторять одно и то же годами нам становится. Иногда мы даже забываем вот эти вещи, которые учили в семинарии. Лень открыть катехизис лишний раз, вспомнить, посмотреть все эти базовые понятия. Но те, кто, кстати, вот занимается постоянно воскресной школой, беседами, вот это большой багаж, потому что у них уже наработано. Наработана и уже культура речи. Но одной культуры речи мало, еще должно быть какое-то вот действительно одухотворение этого слова. Почему говорят «живое слово»? Ну, живое – это хорошо, а еще, чтобы оно было как-то одушевлено, это слово, каким-то собственным духовным опытом, такой вот жизнью с Богом. Но он у нас у всех есть. Просто у нас, как у всех людей, бывают взлеты и падения. Если мы 20 там, лет, около 20, больше 20 лет в церкви, вот, и не ушли из нее, значит, у нас есть опыт этой духовной жизни со Христом, с Богом. Но он разный. Поскольку и у нас разные были действительно периоды, и юношеские, может быть, такой ревности, горячности веры, потом период какого-то охлаждения, потому что приходилось решать какие-то другие заботы, часто хозяйственные. В 90-е годы многие священники, да и до сих пор, остаются хозяйственными руководителями, строителями, и часто это действительно не дает нам в полной мере иметь такую силу убеждения в слове, которую от нас бы хотели видеть наши посомы, прихожане. Вот. Но нужно друг друга тяготы носить, понимать, что и батюшки не святые, свят один Господь Бог, вот как мы поймем, един свят Господь Иисус Христос. Вот. Но, как говорил один архиерей, я, говорит, человек грешен, но все, что я говорю, на самом деле истина, потому что говорю не от себя. Так вот и мы, священники, говорим не свое учение, а говорим учение Божие, учение евангельское, вот, и оно не, это непреложная истина. Но, конечно, хорошо бы это учение действительно растворять каким-то собственным опытом, чтобы оно освещало нашу собственную жизнь, чтобы действительно, взирая на наши дела, люди прославляли Бога. Вот этого я и вам, в первую очередь, себе желаю, чтобы нам не посрамить благовестие Христово, и тогда лучше проповеди действительно будет наша благочестивая жизнь, чтобы имя Божие действительно не посрамлялось, может быть, нашими какими-то неблаговидными поступками. Вот. Мысли-то ведает один Бог, а вот поступки, поступки уже ведают многие. Вот я всех призываю, в первую очередь, духовенство соответствовать высокому званию пастырей Христовых. Ну и прошу нелицемерно мне высказывать свои замечания, если я в чем-то приступаю эти же, так сказать, слова, свои призывы, вот, чтобы действительно все это было взаимное такое общение, и все бы это привело к нас к совершенствованию. Потому что так или иначе будем давать. Мы привыкаем к словам Христа, что за все даем слово, за слово праздное дадим ответ. Вот. А читаем это Евангелие прихожанам. Вот, потом можем, так сказать, эти слова праздные продолжать произносить. То есть, конечно, такая высота требуется. Для нас она кажется недостижимой. Но куда деваться? Вот. Поэтому нужно стремиться, осознавать свою немощь, но стремиться исправлять вот эти вот недостатки, которые перечисляются, да, в молитве преподобного Ефрема Сирина. То есть избавиться от празднословия, уныния, либо началия и прочих пороков страстей, которые нам всегда сопутствуют. Храни всех Господь, поздравляю с этим маленьким первым нашим юбилеем. Благодарю всех, кто сегодня почтил нас своим присутствием, совершили долгий многий путь из дальних уголков нашей епархии. Вот, и около 300 километров проехали некоторые. Вот, поэтому сейчас будет небольшое у нас утешение, братская трапеза. Вот. Ну, а всех поздравляю
И призываю сейчас также трезвенно проводить время Великого Поста, чтобы достойно встретить праздник Светлого Христового Воскресения. Храни всех Господь, спасибо, Матерь Божия. Ну, два, конечно, юбилей. Я не сказал совсем про праздник Державной иконы Божией Матери. Действительно, очень знаменательно, что этот юбилей совпал со столетием праздника явления Державной иконы Божией Матери. А само явление, вы знаете, совпало с таким событием скорбным в истории российского государства, потому что 100 лет назад будущий страстотерпец император Николай II был принужден к отречению от престола. И в этот же день была обнаружена эта явлена икона. Икона, она была чудесным образом, как все у нас иконы. Вот чудотворные иконы, они являются по чудесному усмотрению Божьему. Как и казанская икона в свое время, когда была тогда девочка Матрона, ей были видения, что обрести икону. А здесь была женщина села Перерва, это сейчас район Москвы уже, а тогда было село Евдокия Адрианова. Вот ей Матерь Божья являлась и повелевала найти икону. И вот в Вознесенском храме села Коломенское, в запасниках, где-то в подвалах, была почерневшая была обретена икона. Когда она была расчищена, там было такое необычное изображение, что Матерь Божия держала в руках символы императорской власти, скипетр и державу. И будущий святейший патриарх Тихон, а тогда митрополит Московский и Коломенский, участвовал в описании этой иконы, участвовал в составлении акафиста. Вот. И затем эта икона была на долгое время спрятана, исчезла, и властями не поощрялось ее почитание, потому что видели знак верующие, что здесь как бы день отречения царя, сама Матерь Божия восприняла вот эту царскую власть, чтобы уже править на Руси взамен уже земного царя. Сама Царица Небесная приняла свое управление, свой державный покров, русскую землю. Ну и, конечно, такие аналогии, ассоциации новым, новоявленным тогда деятелям, властителям и разорителям Руси, российского государства, были совсем не по нраву. И эта икона, ее почитатели подверглись гонениям, особенно когда большевики уже пришли к власти. Но икона не была уничтожена, она была в запасниках исторического музея. Только в 90-м году, уже в 1990-м, она была передана церкви. Сейчас находится в Вознесенском храме Коломенск в Москве. Ну, много списков разошлось, были еще написаны еще в первые эти революционные годы. Поэтому это одна из последних явленных прославленных икон Божией Матери 20 века. Поэтому, конечно, вот год столетия вспоминания вот этой русской смуты, которая привела к переворотам и к разрушительным всем последствиям революционным и послереволюционным. Вот все-таки были знамения Божьего благоволения даже в такие тяжелые времена, что Господь показывал, что Он все-таки своим промыслом не оставляет Русь, хотя этим же промыслом попускались и бедствия. Но бедствия, они просто так не попускаются, а как говорится, есть преступление, есть наказание. Если народ Божий отвращался от своего Бога, он неизбежно подвергался наказанию. Как это было с богоизбранным народом Израилем в Ветхом Завете, так это было уже и с боголюбивым, богоизбранным народом русским, который был действительно некогда Святой Русью, образцом благочестия, а последние 200 лет перед вот этими событиями уже многие, особенно в высшем свете, и, как говорят, элита общества, как сейчас принято говорить, или те, кто себя считают этой элитой, или высший класс, образованная часть общества, они в большинстве своем отвратились от истинной веры, оставаясь только формально по признаку, по записи, метрике православные, по исповеданию, но по духу уже не были православными. И вот эти события были, конечно, явным Божьим наказанием. И многие за это пострадали, в том числе
И потом уже, когда-то в рассеянии, те, кто выжил, они тогда покаялись, и некоторые вернулись к вере своих отцов, даже некоторые потом священниками стали, и потом всю жизнь переносили покаяние за вот эти безумные и бездумные увлечения, которым они в свое время способствовали в том числе. И это все подготавливалось, конечно, не один год. Это как минимум 200 лет. 200 лет, как раз когда не было патриарха на Руси, все вот это вот подготавливалось, это событие. Но гнев Божий был приложен на милости. Мы сейчас уже наследники и свидетели этой милости последние 25 лет. Как минимум уже у нас и епархия поэтому Волгоградская образовалась, потому что это милость Божия. Потому что появилась нужда в новых архиереях, в новых епархиях. Почему? Потому что стали открываться храмы. Это было уже веление времени. Появилась вот эта вот уже свобода вероисповедания. И, как владыка Герман говорит, он по смирению говорит, я, говорит, мало что делал, прилагал усилия, все делалось помимо меня. Ну, конечно, он смиряется, но тем не менее, было действительно такое благодатное время, когда люди сами стремились открывать приходы, и архиерей должен был только, как говорится, правильно управлять, регулировать этот процесс. Сейчас такое ощущение, что мы уже достигли какого-то, может быть, пика, и уже, хотя и есть места, где нет у нас приходов, но уже нет такой инициативы снизу. Уже как-то немножко все это успокоилось. Иногда мы сами уже проявляем сверху инициативу. Говорим, нет, у вас мало приходов, допустим, в городе один приход, лучше бы два. Но люди за 25 лет, те верующие советских времен уже постарели, кто-то уже отошел к Господу, в иной мир. Вот. А вот этой вот горячности, желания познать христианство у нынешней молодежи не так много, как хотелось бы. Вот. И выясняется, что, конечно, это часто и следствие, может быть, нашей какой-то такой холодности, что мы в свое время не проявили такую ревность вот, для проповеди в тех же школах, в тех же учебных заведениях, когда была возможность. Вот я поэтому призываю вас, конечно, еще вот этим благоприятным временем по возможности пользоваться. И у кого есть дар слова и есть что сказать со своего опыта, а нам всем есть что сказать о том, что будет суд, будет воздаяние, что здесь все конечно, а нас ждет вечность. Вполне сознательная личность. Поэтому сказать есть всегда что тем, кто захотят слышать. Поэтому надо сеять семя. Вот у нас недавно был разговор, что из там, допустим, 20 человек мы раздавали Евангелие, 19 сказали спасибо, взял один из 20. Ну и что? Хорошо. Вот. Потом, правда, те 20, которые ушли, зато другие 20 остались, они все взяли. Вот так и происходит отсев. Да, один поемлется, а другой оставляется. Апостол Павел проповедовал в Афинах перед сотней философов. Мы помним, что уверовал только Дионисий Ареопагит. Заинтересовался, даже не веровал. Просто сначала заинтересовался. Еще женщина по имени Дамарь или Фомарь. Вот. Поэтому это тоже результат. И если даже один из 10, из 20, это уже хорошо, это уже 10-5%. Вот. Это уже большой, это высокий результат. Поэтому надо этим не смущаться. Даже если в классе вы скажете слово на 30 человек, и один из 30 потом подойдет и захочет продолжить эту беседу, то это тоже уже хороший миссионерский результат. Вот. И не нужно думать, что если мы не можем обратить сразу сотни и тысячи, значит наша проповедь бессмысленно. Это далеко не так. Все начинается с малого. Ну, храни вас Господь, с праздником. Еще раз вас поздравляю. Вот, и благодарю.